Новый детский игровой комплекс, скамейки и освещение появились в границах улицы Ивана Ярыгина и дома по улице Крылова, 75, несколько месяцев назад. Рекреационную зону разместили на месте старых металлических гаражей. Но в ушедшем году была сделана только часть проекта по благоустройству этой части города. Планы такие, как бы завершить это благоустройство и провести аналогичные работы по расчистки, уборки этой территории и дальнейшее ее благоустройство в таком же плане с дорожками, с площадками, с парковками. Стоит добавить, мини-парк на Крылова приближен к стандартам зон отдыха больших городов. Это первый сквер в Абакане, где есть официальные велодорожки. Но эстетичный вид города удобства предпочитают не все. Многие владельцы гаражей были недовольны, что придется поменять место, и мэрия пошла навстречу. Администрация города предлагает размещать металлические гаражи на площадках, которые для этого специально создаются. И такая площадка на сегодняшний день, наиболее близкая к этому месту, это в жилом районе Арбан. А точнее, между торговым центром Поляна, заправкой на развязке улиц Некрасова-Крылова и костелом. Площадка по подсчетам департамента должна вместить несколько сотен боксов. Убирать гаражи обязаны сами владельцы за свой счет. Такое предписание игнорировать его не стоит, потому что мэрия все равно уберет железные боксы, а вот счет выставит хозяевам. Сквер улицы Крылова протянется вдоль нескольких домов по улице Некрасова, когда там завершится строительство многоэтажек. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.